Добрый день, дорогие друзья! С вами снова чемпион мира по шашкам Андрей Валюк. И сегодня для проекта «Шашки. Народная игра» мы запишем видео о том, как проводить простые комбинации с помощью колонки. Обратите внимание на доску. Это самая простая комбинация, которая встречается в шашках. Да? У белых есть ударная колонка, которой они проводят комбинацию. Отдают одну и сбивают три в дамки. Да? Комбинация простая, я думаю, что любой любитель, который играет в шашечную игру, как бы ее заметит. Да? Теперь попробуем немножко усложнить эту комбинацию. Да? Допустим, что в начальной позиции белым для того, чтобы поставить сюда черную шашку, придется сделать не один ход, а два. Да? То есть, какие варианты есть? Вот такой, да, отдать. Вот такой вариант, например, да, отдать и опять провести комбинацию в дамки, либо вариант сразу отдать две, да, таким либо таким макаром. Бьют две, сбивают, да. Опять простой удар, который, в общем-то, достаточно понятен и любителям, и тем, кто играет в эту игру. Ну, попробуем немножко усложнить позицию. Видите, шашек стало больше. Механизм у нас остался тот же, да. То есть мы видим ударную колонку, видим открытое дамочное поле, да, видим, что мешает для проведения удара шашкой F6. Вот. Для того, чтобы провести эту комбинацию, то есть сначала надо убрать шашку с F6, и потом мы проводим комбинацию, опять-таки попадая в дамки. Хорошо. Давайте рассмотрим, как можно еще более усовершенствовать эту комбинацию. Да? Ну, возьмем, например, такую позицию. Вот. Ход за белыми. Да, мы видим, что для того, чтобы колонку мы видим, да, шашка сюда придет. Для того, чтобы провести удар на это поле, нам нужна шашка на e5. И в данном случае она попадает туда вот следующим образом. Белые отдали. И проводят несложную комбинацию в дамке. Да? Хорошо. Попробуем еще немножко усложнить позицию. Да, теперь мы видим, что если мы просто начнем отдавать, да, в надежде на то, что черные побьют, и мы проведем комбинацию, то после первой жертвы черные бьют сюда, и комбинация отсутствует. Да. Здесь механизм немножко другой. Он поменялся. Мы переставляем на поле e5 шашку опять. Да. На поле опять идет шашка c7, и проводим уже знакомый нам удар. Вот. Следующий пример, да, перфорирующий удар. Мы его разбирали чуть-чуть раньше, да, для того, чтобы провести комбинацию. Смотрите, нам нужно поставить шашку на e5 черным, да, нам нужно убрать шашку f6. И нам нужно каким-то образом ходы уже тут практически единственный за белых для проведения комбинации. Смотрите. Отдаем одну шашку. Да? Ставим шашку на поле e5. Теперь выбиваем благодаря этому размену три шашки. Да? И в конце концов все свелось к простому удару, который мы с вами уже рассматривали раньше. Ну хорошо. А теперь практический пример. Как это встречается во время партии. Да? Покажу несколько практических примеров, чтобы вы понимали, как это может быть. Первая ловушка стандартная, дебютная. Да? То есть сюда. И белые пошли А1, Б2. Черные связывают шашки. Да? Видите, тут ходов не стало. И черные решили пойти сюда, чтобы в дальнейшем там разменяться и каким-то образом заиграть свои шашки. И в ответ черные проводят сразу же удар. Да, то есть мы видим вот поле, убрав с которого шашку, открытое дамочное поле. Да. Первый ход такой, ну в эту сторону бить нельзя, мы просто сбиваем в дамки, белые обязаны побить. Следует размен с целью выбить шашку. Шашка выбита и уже знакомый нам удар. Да. И черные сбивают три шашки, попадая в дамки. И, ну, напоследок
очень красивую комбинацию покажу, которую я в свое время подсмотрел у гродненского мастера Виктора Ефименко. Да, тема та же, да, просто оформление уже понятно, что на уровне мастеров поймать человека на похожую комбинацию достаточно сложно. Ну, я вам покажу. Был разыгран дебют гамбит Кукуева. Черные жертвуют, нападают, белые отдают. Начинается стандартное построение, подтягивают шашки. Делают размен. А1, Б2, АБ6, ФГ3, БА7, ЖС4. Вот создалась такая позиция. Черные идут на С5. Белые уверенно нападают. Ну и как правило тут меняются назад. Для того, чтобы играть или эту позицию, или эту, или эту. Вот. В партии последовало АБ6. Черные зажимаются. Вот. Ход достаточно такой интересный. БЦ3, ЕФ6. И вот в этой позиции белые совершили ошибку. Да? Они решили напасть. Они решили, что позиция центральная, хорошая, опасаться нечего. Напали. Черные строят колонку. Поменялись. Ну, ход белых единственный. Возможно, ничьи есть после жертв. Да, но белые не подозревали, что эту позицию они могут проиграть. Но тем не менее, в этой позиции черные проводят удар, который мы с вами уже рассмотрели. Смотрите внимательно. То есть вот слабое поле, да? Вот колонка. Да? Ну как до него добраться? Вот. А рецепт есть. АБ2. Назад сбивать нельзя, потому что удар простой. Ну, вроде как сбивают вперед. Вот. Теперь если черные проведут удар в эту сторону, да, отдадут, то белые легко там сделать ничью, потому что у них лишняя шашка. Вот. Но черные хитрее, они отдают с этой стороны. Обязаны белые сбивать две. Следует еще одна жертва. И теперь бело-черные проводят удар уже с комфортом. И сбивают 1, 2, 3, 4, 5 шашек. И этот эндшпиль легко выигрывают. Смотрите. Белые бегут в дамки. Черные подтягиваются. Белые уже почти в дамках. Черные тут. Теперь если отдать шашку, то на постановку дамки мы ее словим. Да, поэтому белые выжидают. Черные выжидают. Отдавать шашку опять бесполезно. Белые ждут и черные простым ходом сюда опять-таки выигрывают. Ставить дамку нельзя, петля. После этого хода черные опять возвращаются на свое поле и выигрывают. Вот такой вот красивый удар. Покажу еще раз позицию. Да. Неожиданный. Да. Но вместе с тем черные его готовили. Вот, и белые, не разгадав план черных, да, то есть, наверное, все-таки я думаю, что после этого хода есть ничья, да, то есть отдать, пойти сюда, там, после размена сюда, да, без шашки, но какой-то компенсации. Ну, после ЕФ2 красивый удар в исполнении черных и красивая победа. Желаю вам, еще раз покажу, отдают, побили, жертва двух, побили, четвертая шашка приносится в жертву, пятая и красивый такой удар, после которого черные сбивают 5 шашек и выигрывают. Желаю вам всем удачи, подписывайтесь на наш канал, смотрите новые видео, учитесь играть в шашки. Всего доброго!